В этом году финансирование поликлиник в России увеличат почти на 100 миллиардов рублей. Об этом пишет российская газета. Тверичане, которых мы опросили на улицах, полностью поддерживают эти шаги. При этом люди отмечают, что деньги надо направить и на модернизацию медучреждений, и на решение кадрового вопроса. Нужно наши модернизировать поликлиники, на ваш взгляд? Вообще все надо. Все. Это в первую очередь, наверное. Обязательно. Там жуткие очереди. Я хожу во вторую. Там ремонта давно не было. Ремонт надо делать косметический, либо, наверное, в другой здание перевести ее, в новое. То есть вы положительно, да, относитесь к такому шагу? Ну, конечно, надо. Ну, вот у нас вторая поликлиника очень. Первый этаж маленько сделали, второй вообще течет, и крыша, и все на свете. Очень поликлиника, как раз иду туда. То есть это хороший шаг, на ваш взгляд? Очень хороший. Ну, конечно, нужно. Все нужно, потому что в поликлинике в очень плохом состоянии. Нужно. Чтобы лучше было, как говорится, жилось людям в стране. Хотел хорошо, чтобы все было. Конечно. Мне очень нравится такое предложение. Я бы, если в моих силах, я бы сделала все это. Обязательно. Обязательно, потому что в поликлиниках вообще развал полный, врачей нет. Вот у нас в 8-й поликлинике вообще врачей. Вообще никаких врачей нет, только терапевты. И то на моем участке 3 года терапевта не было.